Всем привет и доброго времени суток. Снимаем сегодня очередную серию игры с щитами. Для многих комментаторов мамкиных отвечу, это не читы, это проверка людей на их характеристики, так сказать, что они будут делать, если у них в команде будет якобы читер находиться, и что они будут говорить при этом. То есть... Будем пытаться как-то затронуть моменты такого, что мы считаем и так далее. Вверх есть. Посмотрим, что с этого получится. Будем стрелять только по головам. Делать вид, что у нас аим. Есть нормальные, которые есть действительно мамкины, которые... Печально, конечно, только что отработал. Вот. Такие истории. Роликов уже достаточно не эту тему. Я играл на основном аккаунте. На основном аккаунте у меня сутранг, как бы. И там особо не притворись каким-то читером и нубом. Так что, такие дела. Ну а что могу сказать? Те, кто говорили, что на лоу-лигах, на лоу-рангах, наслаждайтесь, это лоу-ранги, лоу-лиги. Я этого не скрывал, не скрываю, то есть, типа, ну... Момент именно не то, что показать там первоклассную игру, еще как-то, да, то есть, момент того, что сделать вид, как будто мы действительно со сторонним ПО. И узнать просто реакцию наших союзников. Это не показать первоклассную игру, а просто увидеть реальную реакцию. В общем, с объяснений перейдем к полноценной игре. Остались мы в 5-2. Какие-то противники у нас вообще никакие. То есть, что у него за оружие, мне даже интересно. Не покажет его сейчас. Ну что могу сказать, дорогие друзья, это самая быстрая игра. Я надеюсь, я не совру, что это самая быстрая игра за последнее время. Да, я не совру, я сейчас мониторю последние ролики на эту тематику. Что могу сказать? Три убийства, три по головам, одна смерть, КД-3, то есть... Парни, спасибо за игру. Ролика полноценного не получилось. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь, комментируйте. Хейтеры, удачи вам там. Комментировать, говорить. Уф, какой ты там злостный игрок такой, что типа обманываешь свою аудиторию, что ты играешь как ну, спасибо, мне приятно. Действительно, самые лучшие комментарии, это самые откровенные комментарии. Повторюсь, всем удачи. Всем пока.